В микрорайоне «Пятая площадка» спасатели штурмовали комнату в общежитии, в которой оказались заперты двое маленьких детей и нетрезвая пенсионерка. Инициатором вызова сотрудников МЧС была мать девочек. Она на пару минут покинула свое жилье, оставив детей под присмотром бабушки, но вернуться уже не смогла. Комната оказалась заперта на ключ изнутри. Этот вызов отличался от десятков других, поступающих к оперативному дежурному, лишь тем, что к переполоху привела не детская любознательность, а взрослая невнимательность. К запиранию двери маленькие девочки не имели никакого отношения. Но одной 4, второй 1,5 годика плачет, он лежит с температурой. А что с дверью? Бабушка пьяная закрылась, напилась, блин, где-то. Не реагирует вообще ни на что. Я пошла в туалет. Она, видать, не поняла, что меня дома нету. Я так неожиданно вышла, она лежала, встала, видать, и закрылась. 61-летнюю мать хозяйка комнаты перевезла в город из деревни всего пару месяцев назад. Проблем женщина не доставляла, и до субботнего ЧП к алкоголю была равнодушна. Оставшись наедине с внучками, бабушка уснула. Стук в дверь на пробуждение женщины никак не сказался, зато проснулись чутко спавшие дети. Чтобы вскрыть добротное стальное полотно, спасателям потребовалось не более 20 минут. Отпереть замок они попытались тремя разными способами. Сначала в ход пошла отмычка, затем молоток и зубило. После неудачных попыток бригада МЧС прибегла к радикальному методу. Спасатель взял в руки диск. Пилу. За время спасательной операции пенсионерка так и не проснулась. Вставлять новый замок придется отцу малышек. В ночь, когда его жена оказалась один на один с запертой дверью, мужчина находился на круглосуточном дежурстве. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.